Человек реален. Хоть многие думают, что это миф, и я нашел неоспоримые доказательства его существования. Реликвию, которая открыла мне глаза и стала смыслом жизни. После стольких лет поисков я подобрался так близко. Потребовалось совсем немного, чтобы наконец доказать, что в этом мире есть чудеса. Наконец-то покажу этим глупцам, что отвергли меня. Приветик, Жерар, давно не виделись. Пора тебе проветриться, вот твоя почта. Я тебе там брошюрку подсунул о квесте по Левиафану. Обнаружен человек? Погони за человеком. Так это ты? Была середина ночи. Я уже несколько дней был в Марбихоре. Я собирал грибы и заблудился. Помню, как увидел гору в форме полумесяца. Решил подняться и почувствовал, что кто-то наблюдает за мной, что я не один. Я оглянулся по сторонам и увидел его. И что-то по форме напоминающее человека и две ноги монстра с туловищем кентавра. И я решил не медлить. С описанием все совпадало. Спустя 800 лет человека, наконец, обнаружили. Предстоял долгий путь. И хотя из-за своих исследований я был не в лучшей физической форме, я быстро привык к жизни искателя приключений. Человек, жди меня. Существо из сказок, нога которого никогда не касалась этой земли. Существо, не покрытое шерстью, которое использует деньги. Человек всегда был за гранью нашего понимания. На это решился бы только самый смелый. Моя цель была благородна, а моя воля непоколебима. И никто мне не был нужен. Преодолев множество преград, я достиг Морибхора, чтобы встретить человека. Эй, Жерар, идешь на квест по Левиафану? Будет жарко! Давай с нами! Ты здесь разлегся. Уберись с этих следов. О, здорово, Бобор! О, Жерар! Опять ты? Я несколько дней в грязи рыскал, не нашел ни одного человека, а ты все таскаешься за мной со своими дурацкими брошюрами? Человека? Да, представь себе человека! С деньгами, с финансовыми операциями. Люди существуют. Смотри! Но не может быть. О, моя чешуйка! Я ее 300 лет назад потерял. Немного неловко. У меня тогда псориаз был. Доставлять почту по всему миру — это так утомительно. Были бы щупальца, как у Бобора, я бы был быстрее 8 раз, но... Смешно, что Василиск не разбирается во флористике. Правда?
Я лишь хочу сказать, что настоящее путешествие заключается не в новых пейзажах, а в том, чтобы посмотреть на мир по-новому. Ну, я пойду. Классно поболтали. Удачки, Жерар! Все было зря. Столько времени зря потратил. Воздушные замки, в которых я жил, начали рассыпаться. Но вдруг я понял, что наконец-то увидел мир. Долины, залитые солнечным светом, открылись моему взору. Населенные настолько милыми созданиями, такими же, как и люди. Наверное, люди — это выдумка, но с моего сердца упал тяжкий груз. Наверное, самое важное не цель, а путь. И если люди всего лишь миф, мечта кого-то другого, за который погнался и я, то будущее принадлежало мне целиком. Эй, слыхали? Вчера видели корову! В погоне за человеком. В погоне за коровой.